Чи правильною є поведінка нашої влади на тлі ось таких подій у Вашингтоні? А це, нагадаю, ключовий партнер української держави сьогодні. Давайте запитаємо в нашого гостя Вадима Карасьова. Пане Вадиме, я вас вітаю, дякую, що завітали. Добрий вечір. Ну, як вам це співпадіння, що Помпео знаходиться у Києві з перемовинами саме у той день, коли у Сенаті починається таке надважливе питання, вирішуватись надважливе питання для Трампа, як можливий імпічмент? Як то говорять, співпадіння чи не думаєте? Ну, совпадіння, тому що ви самі сказали, що візит же планировался еще в начале января, поэтому вряд ли можно так подстроить и перенести вот на сегодняшний день этот визит. Но это совпадение симптоматично и символично, оно много значит, так? Потому что как раз вот эти слова, которые сегодня говорил и Помпео в Киеве, и президент Украины, они, конечно же, надо рассматривать и в контексте вот этой всей драмы с импичментом, потому что Помпео все время акцентировал внимание на том, что США поддерживает Украину в борьбе за территориальную целостность. Президент наш говорил о том, что Америка нам помогает, и в том числе в оборонной сфере, говорил о 350 миллионов человек, потому что мы знаем, что основная зацепка или основной довод для импичмента — это то, что Трамп, не знаю, правильно, ну, якобы, или якобы задержал военную помощь Украине. Так что вот эти слова, которые сегодня были сказаны в Киеве, к ним очень серьезно и, так скажем так, прислушивались и прислушиваются в Вашингтоне. Можливо, как сторонники Трампа, можливо, так и противники. Все ж таки Вашингтон розраховував, щоб вони були... Конечно же, ну, конечно же. Ну, если, ну, да, но если там визит в Беларусь имеет свои особенности, в Казахстан и в Узбекистан свои особенности, то помимо геополитических, скажем так, соображений визита Помпео в Киев, в Украину, они имели еще внутриамериканское вот это звучание, внутриамериканский акцент или контекст, который связан с процедурой импичмента. Назвемо це дуже вдалим співпадінням, напевно. А ваша взагалі оцінка, чи правильно поводить себе українська влада у цій історії з імпічментом? Считаю, що правильно. Чи щось потрібно було виправити? Мені кажется, как раз тут все нормально, не було явних таких перекосів, провалів, тому що вже є один опыт ошибочный, негативний, коли ми там поставили на Клінтон кандидата, Клінтон президент, і Клінтон програв, і так далі, і так далі. Сейчас очень аккуратно уходимо от этих, так скажем, тисков, которые, с одной стороны, демократы, с другой стороны, республиканцы. Но, конечно же, вот сейчас, в данной ситуации, аккуратно, я бы так сказал, не громко, но все-таки поддерживаем Трампа и говорим о том, что военная помощь в США, Украине есть, была и будет, что мы довольны и благодарим Соединенные Штаты за стратегическое партнерство, за поддержку и так далее, и так далее. То есть вряд ли Трамп будет жаловаться или будет недоволен этими словами президента Украины. Да и, думаю, у демократов особых претензий тоже не будет. В цьому році, на жаль, не було ще жодного дня на фронті без обстрілів. Що ми спостерігаємо щодо питання звільнення полонених, таких жодних перемовин з цього приводу теж не було. Нагадаю, що це було основним змістом перемовин у нормандському форматі у кінці минулого року. Про що це говорить? Невже зводяться на нівець все ж таки перемовини у нормандському форматі? Ні, я думаю, ні. Во-вторых, все-таки готовятся к новой встрече в нормандском формате в Берлине, где-то в начале апреля, в конце марта, в начале апреля. Идут контакты по обмену пленными. Не будем забывать, что 12 февраля будет как раз годовщина Минских соглашений. Они были подписаны в 2015 году, это будет 20-й год, 5 лет. Между прочим, тоже такая дата. Так, думаю, что в феврале месяце в парламенте начнут зондировать все-таки ситуацию на предмет голосования по закону об особом статусе. Надо же вносить изменения в Конституцию. Так, по крайней мере, требует. Или хотели бы российская сторона. И... Ну так, на этом действительно наполягает российская сторона. И я так понимаю, что выстачить сейчас французы и немцы... А? Выстачить у нашей влады бажания и политической воли, чтобы внести изменения в Конституцию щодо ОРДЛО? Сложный вопрос. Это будет зависеть от того, от наших партнеров Германии и Франции, как они будут к этому относиться. Удастся их все-таки как бы склонить к тому, чтобы Минские соглашения были хотя бы частично корректированы. И тогда можно баш на баш как бы поменять сделку такую, так? Изменить немножко вот хронологию, там, выборы граница в обмен на статус, так, конституционный. Но не знаю, сейчас идет такая тихая, она не заметна. А спроба перекласти відповідальність на народ України може бути? Слуги народу вже так... натякали, что могут провести референдум сегодня. Ну, это, в конечном счете, если будет принято решение о том, чтобы вносить изменения в Конституцию, в частности, вот, в части особого статуса Донбасса в составе Украины, то тогда, конечно же, придется как-то подстраховываться разного рода элементами или компонентами всенародной демократии. Или опрос, или референдум, или там консультативный опрос и так далее. Не исключаю, что такой ход для того, чтобы
часть ответственности снять с себя и как бы переложить на уже українське общество, може бути зроблено. Ну, мир – це взагалі, напевно, чи не найголовніша з передвиборчих обіцянок Зеленського. І, зокрема, сподіваючись на те, що він зможе домовитись з Росією, багато йому хтось з виборців повірив, проголосував за нього. Більше того, деякі експерти припускають, що ось це сподівання іще на мир, воно і є запорукою досі стабільного рейтингу, високого рейтингу Зеленського. А якщо не вдасться? Ну, не тільки от очікування того, що мир буде, так, рейтинг залежить від Зеленського, там і від багатьох інших причин, поэтому видим последние опросы, там нет падения. Так, несмотря на проколы, там недовольство и так далее. Но что касается мира, действительно, если в этом году, хотя бы в первой половине этого года, мы не почувствуем, или украинцы не почувствуют каких-то позитивных сдвигов, так, и по части нормандского формата, и по части все-таки ситуации на Донбассе, потому что вы же сами его говорите, мы знаем, что выстрелы идут, и там война вот такая как бы продолжается. Да, она небольшая, не горячая, не всеобъемлющая, но тем не менее военные, скажем так, какие-то вспышки есть. То тогда, конечно же, избиратель может разочароваться, потому что все-таки основной запрос, на базе которого Зеленский пришел к власти, и к власти привели слуг народа, это запрос все-таки на мир. Я думаю, что 2020 год – это год решающий. В этом смысле. Ну, и решающие для Зеленского, и для Украины, и вообще для ситуации на, ситуации на Донбассе. Мне кажется, все-таки сдвиг в эту сторону, так, в сторону мира, он в этом году мы будем наблюдать и, наверное, в конце 2020 года зафиксируем какие-то уже первые серьезные результаты. Фактор Москвы, яка теж це розуміє, може цим скористатися, щоб послабити рейтинг Зеленського. Це просто моя ремарка. На жаль, наш час уже... Ну, Москва тоже тут как бы хотела бы как-то выйти из этой ситуации, тем более там накануне 9 мая Путин ждет на парад там многих лидеров мира. И многих лидеров других стран, им не нужны такие обострения сейчас и так далее и тому подобное. А главное, что, мне кажется, вот с этими связаны эти изменения кураторов кремлевских Донбасса, там, кто будет помощником Путина по регулированию конфликтов на постсоветском пространстве, там, по Южной Осетии, Абхазии, Донбассу. Сейчас вроде бы там новый предлагается Козак. Так что все-таки там тоже есть какая-то подвижка в сторону того, чтобы чуть-чуть сделать процесс. Зрозуміло, пане Вадиме, як завжди, не вистачає мені часу з вами на спілкування, тому що дуже багато вам є що сказати. Слухав би вас і слухав. Дякую вам за цю розмову. Один із найдосвідченіших українських політологів, Вадим Карасьов, відповідав на мої питання.